Единый накопительный пенсионный фонд провел для казахстанцев день открытых дверей. Темой ежеквартальной общереспубликанской акции стало разъяснение правил пользования электронными услугами. На сегодня 4 миллиона человек получают информацию по своим вкладам по интернету. Полина Чехичина узнала, какие еще новшества применяют в ЕНПФ. Личный кабинет на сайте и мобильное приложение. Многие услуги ЕНПФ сегодня можно получать, не выходя из дома. Все, что для этого необходимо, доступ в интернет и электронно-цифровая подпись. А дальнейшие шаги подскажет инструкция на сайте пенсионного фонда. Сейчас такое поколение, на самом деле, большая часть населения пользуется именно электронными услугами, не выходя. Даже мне, как матери, например, больше удобно сидеть дома, да, и с помощью интернета все смотреть. Я уже 12 лет на пенсии, мне 70 лет. Сейчас только сайты, все вот это. Можно сидеть даже дома, нигде, по телефону. Все это можно узнать. А то столько ходили мы, столько искали, все это приходишь, все эти бумажки. С начала июня в ЕНПФ действуют две новые возможности. Электронная подача заявлений на открытие счета и на получение пенсионных выплат. Мы, по сути, весь цикл услуг ЕНПФ предоставляем в электронном формате электронной доступности. То есть от закрытия до выплат практически все услуги наши вкладчики могут получить дистанционно. Основные услуги – это открытие индивидуального пенсионного счета, заявление на получение выплат. Пока все же не все функции доступны онлайн. Переводы в страховые компании, выплаты на погребение, подача заявления на выдачу денег в связи с переездом в другую страну – все эти вопросы решаются непосредственно в филиалах ЕНПФ. Ежедневно фонд оказывает порядка 25 тысяч услуг в офисах по всему Казахстану. Онлайн-сервисами пользуются уже 4 миллиона человек. Полина Чехичина, Мадим Амбетбаев, Алматы, Хабар 24.